В поселке Сосновый Бор Артемовского района рыбаки обнаружили по-настоящему рыбное место. Впрочем, караси, которых можно ловить голыми руками, насторожили наших телезрителей. В одном месте собрались щурята, сорога, окунь, ёрш. Видно, что значительная часть рыбы уже погибла. Еще 3 недели назад Геннадий Мадиев в этой реке поймал богатый улов. Теперь же, сетует мужчина, и ловить нечего. Рыба всплыла на поверхности и уже замерзла. Есть ее наверняка опасно. В прошлом году на Красногвардейском пруду, вспоминает рыбак, произошла похожая история. Из-за малоснежной зимы улов тоже был небольшой. В этом наши телезрители решили самостоятельно выяснить, почему ушла вся рыба, и в истоке реки нашли необорудованный переезд лесовозов. Груженные автомобили пересекают вброд замерзшую реку, тем самым лишая рыбу возможности свободно плыть по течению. Получается большой ледовый затор такой. Она не доходит до пруда, эта вода. Вот. И получается в пруд свежая вода не поступает, ну, обогащенная кислородом. Все, рыбе нет чем дышать, и она задыхает.